Лицо сюда смотри. Мотострелковая. Громче. Мотострелковая, 25-я. Откуда? Севастополь. Севастополь? Да. Зовут как? Дима. Фамилия, имя, отчество? Иванов Дмитрий Алексеевич. Что здесь делаешь? Отправили. Кто? Ну, командир. Фамилия командира? Командира. Быстрей! Фамилия командира? Давай, давай быстрее. Сейчас. Принько. Дмитрий Анатольевич. Звание воинское? Сержант. Кто по посаде? Ты кем работаешь? Пулеметчик. Какая задача была сюда прийти? Заехать, взять кольцо. Я понял. Сколько вас сюда зашло и как вы заехали? Через кольцо 4 тигра. На бронику капсулу. Поехали. Кто, какая часть, зачем пришел? Ворон Алексей Николаевич, 25-я бригада. Воинская часть 75-240. Да, блядь, четче скажи. 242. 75-242. Воинская часть 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько. Ну, вот так вот оказалось, что теперь я здесь. Ранее ты там работал. Ну, что? Ну, что? 25-й бригады. Что-то сложное или нет? Искывающаяся из 5-й. Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель учения. Кто послал? Команду или кто послал? Конфеты я не могу сказать. Кто конфеты послал? Вместе поехали. Даже часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были демобилизованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Столбов Александр Анатольевич, 25-й бригада, та же часть. Водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что пока мы ничего не хотели. Нас просто обманули и бросили. Что про команду они скажут? Командование, ну, знаете, оно есть командование. Я... Понятно. Давай, что там? Кто? Та же часть. Номер части повторяем. Сейчас я не помню. Ну, зачем прибыл? Что ты придумал все? Недавно. Недавно? Сразу. Резервист? Резервист, да? По резерву, да?